которой беседовали час, она нам ничего, в общем-то, не могла посоветовать, что достаточно доставляло проблемы и расстраивало нас, потому что нам бы хотелось сделать то, что детям понравилось. Сами дети тоже были довольно-таки неорганизованные. Проводить классные часы и внеурочные занятия было тяжело, потому что, допустим, могу привести пример. У нас мальчик за первой партой, он просто отказывался что-либо делать, он сидел и играл в телефон. Даже после нескольких замечаний, не только студентов, проводящих уроков, но и учителей, и сидящих вокруг студентов, ничего не менялось. То есть это была проблема. Также, но дети на самом деле были очень хорошие, очень веселые, дружные, они хотели с нами играть. После уроков мы устраивали им такие игры, как арам-шим-шим, и вот такое на улице развлекали их. Плюс нам удалось отвезти детей на елку, тоже было очень интересно с ними пообщаться, посмотреть представление. Также мы столкнулись с проблемой проведения спортивных часов. Их проводили мы только в четвертых классах, так как они проходили на последних уроках. И дети были очень неорганизованные, абсолютно ничего не слушали. И даже люди с очень громким голосом не могли их усмирить. Они абсолютно, да, после всех уроков абсолютно все студенты были охрипшие. И дети не понимали правил, не слушали, начинали садиться на пол, делать какие-то свои упражнения, учитель на них кричал, и в общем был бардак. Секундочку, можно? Дело в том, что вот тут вы должны были сделать иначе. Так, потом студенты пришли, пожалуйста, верхнюю одежду снимите, у нас не вокзал. Вы пришли на конференцию, на зачет. Можно? Секундочку. Вадик, пожалуйста, снимите курточку и проверьте видеосъемку. Я думала, что четвертый класс, ну, вроде бы, там, выпускной, там, все, дети должны как-то уже настроиться на взрослую жизнь. Не видно. Я пришла, я была просто в шоке от этих детей. Первое время они как-то, ну, так, спокойно к нам относились, даже нейтрально, то есть им было без разницы, есть мы, нет нас. А вот под конец они просто, мы заходим в класс, они просто в лицо нам говорят, это опять вы? Когда вы уже наконец уйдете? Я была просто в шоке от этих детей. Ну, да какие можем сделать по этому поводу? Я хочу про это рассказать. Мы проводили методику, вот Наталья Юрьевна Ромашина нам давала, надо было определить уровень развития коллектива. И я с девочками разговаривала, проводила методику, они говорят, что это песчаная россыпь, но на самом деле нет. Дети довольно дружные, чтобы кого-нибудь оскорбить, загнобить, обидеть, там, сделать даже больно, там, подраться. Это они все, они дружные. А вот руководитель, она никакая. Она просто, она пассивная. Она... У них вся работа в классе на крике основана. Да, постоянно. Она вроде бы что-то им скажет, а они вот чуть ли не в лицо ей плюют на это. И вот это был самый ужасный класс, это была... Учитель не был авторитетным. Абсолютно. Там ни учитель, ни воспитатель, вот они две такие женщины, плавающие на школе, ничего не знают. Когда там было задание такое, спрашивали, они осуществляли уход и присмотр, можно так сказать. Да. Вот там в плане практики было такое задание, нужно было обсудить документацию воспитателей КПД. Я к ней подхожу, говорю, Татьяна Сергеевна, так и так, там, можно ли вашу документацию? Она мне показывает одну маленькую тетрадочку и говорит, все. Мы подошли к другой учительнице, она вот такую папищу достает и говорит, вот моя документация воспитателей КПД. Я такая, вау. Ну на самом деле просто резко отличается тетрадочка 12 листов. Так как мы сейчас не провести нельзя. Ее просто нет. Да чтобы мы с тобой пошли к ней и провели эту беседу, это нужно. Я не знаю, мы планировали две недели, чтобы прийти к ней. Потом мы просто поставили перед фактом, что нам надо и все. Очень странная школа. Вообще много людей, которые некомпетентны. Да, вот вы так думаете. Но это когда у человека даже нет должностной инструкции, когда он просто ее не выполняет. Это чужая чем-то говорит. Когда контроля, так скажем, над выполнением, над соблюдением, да. Над обязанностью. Вот и в принципе мы должны были еще как-то смотреть классные часы или внеурочные мероприятия, которые проводят воспитатели. Не было ни одного. Ни в одном классе. Нигде, вообще, даже не упоминается. В прошлом году девочки смотрели, 402-я группа, они смотрели, были открытые классные часы. Вот, у нас так. В этом году не было. И еще, когда мы выходили гулять с детьми,
у нас три наши воспитательницы, они сидят на лавочке, разговаривают между собой спиной к детям. Что там делают дети и вообще вот... Дети там всем занимались, они кидали валюшки на деревья, снимали, и мне казалось, что дети скоро начнут кидаться грязью, и мы ни за что не... Самое опасное, это как раз и травма опасна, это прогулка. Совершенно верно. Больше 90% трав в несчастных случаях случаются во время прогулки. Вот, даже я считаю, что школа так себе, учителя так себе, и все вообще было так себе. Не все пессимисты. Я не пессимист, я реалист. Мы проходили практику в школе в 7-5-6, там же, где проходили концентрированную, фотографий очень много, и презентацию мы показывали на занятии волонтерства, они такая же, поэтому сейчас не буду показывать, я так скажу. Зачем вы это сделали? Зачем? Вот. Мы не наблюдали ничего толком, мы должны были проводить и оценивать наше времяпрепровождение. То есть, если говорить о самой практике, то эта практика была легче, чем практика, которая была на втором курсе, чем практика, которая концентрирована, потому что здесь Сладкова, пожалуйста. Девушки, пожалуйста, внимательно, даже все школы разные, и взгляд на изнутри, на эти школы, всех по-разному. Батик, я вас очень прошу прекратить видеосъемку, я вам не давала свое согласие на съемку моего лица. Все на 4, да, были такие-то ошибки. Возможно, конечно, это не 5, но реально для первого раза проведения физкультуры, которую нас никто не учил, и мы вот так вот взяли и за недельку подготовили конспект и провели. И учитель молодцы. Да, и учитель сказал: молодцы, девчонки, вы этого умеете? Я говорю: нет, первый раз делаем. И куратор говорит: ну, наш куратор по совместительству методист, выслушав все мнения, ставит нам 3-3 и говорит: ну, я понял, мнение класса и всей группы, и уходит. И как не объективная оценка. Не спорь, оценка была не объективная, все бунтуют, все кричат. Это было действительно проблемно, потому что следующие мероприятия оценивались также жестко, и мы не понимали, что надо сделать, чтобы получить 4. То есть нету четких критериев, по которым вы вас... Критериев не было четких вообще, то есть нам высказывали наши ошибки, кто-то исправлялся, и все равно это было 3, и говорили девочки: ну если вот то, что мы делаем, это 3, то что 5? То есть это добиться было очень сложно. Ой, все. Я не буду, я пошла. Ну все раскритиковали, все. Ну это действительно так. И в принципе, если бы мы могли критиковать учителей, мы бы ей напомнили, как на прогулке, когда мы играли с детьми, она стояла и следила, как мы играем. Сначала говорила полчаса по телефону, Вадик, убери камеру. Да Вадик хороший снимать, тебе объяснили.